день, дорогие зрители. Сегодня, в канун Святого Рождества, у нас долгожданные гости на нашей кухне талантов. По многочисленным просьбам, по многочисленным вашим письмам и заявкам у нас сегодня Алексей Медведев, Наталья Зенькина, Геннадий Аксенов и Олег Парусов. Вот. Прозвучала песня «Рядом ночь». Прозвучала она потому, что Алексей недавно вернулся из зоны, так сказать, боевых действий, где проходит СВО. Вот. И как он рассказывал, что там очень любят казачьи песни. Военные песни, да. Я вот эту песню как раз исполнял для наших бойцов. Награждение было боевым орденом. Генерал приехал для награждения. Вот. Боевой дух очень высокий у ребят, никто никакой паники нет, никакого упаднических настроений. Все заточены на победу. Вот. Ребята, как сказал командир, что мы думаем, что к Новому году мы их должны дожать в этом году. Вот. Ну, как Бог даст, конечно. Но наши, как он сказал, наши бойцы, они крепкие духом. А у нас, сказал, 98% верующих людей. Потому что даже мусульмане перед боем все молятся своими молитвами там. Вот. А у них, когда инструкторы, мы были на полигоне, там нам дали пострелять боевыми патронами по мишеням. И инструктор, который очень опытный человек, воюет очень давно, он сказал, что у них, особенно когда идут на штурм, большинство под наркотиками. То есть вот с одной стороны верующие люди, с другой стороны наркоманы. Конечно, победа будет за нами, вопрос времени только, конечно, всех волнует этот вопрос, но победа будет зависеть от каждого из нас. Кто-то может оказать гуманитарную помощь какую-то, собрать что-то для фронта, для победы. У нас в Мурне вот тоже есть такой центр. Мы подружились с нашим координатором центра, Дарья ее зовут. Они тоже вяжут сети, масхалаты, окопные свечи делают, посылают туда генераторы, квадрокоптеры. Устраивают регулярно такие дни, чтобы это движение как бы не потухло, а регулярно такое устраивают. День стольника давайте сделаем там в неделю, раз. День стольника, это значит, по 100 рублей, кажется, никому не жалко дать для ребят. А в общем набирается такая уже сумма, на которую можно что-то приобрести, что каждый знак внимания, она говорит, каждый рубль нам дорог, потому что это живая такая связь нашими бойцами. Как раз они вот раз в месяц где-то собирают машину, везут муромским ребятам, ковровским, там, добровольцам. И когда вот концерт проходил у нас в Муроме, я приглашал тоже жен участников СВО, и мы ставили сбор средств, объявили тоже, и собрали хорошую сумму денег тоже на концерте для наших ребят. Вот. Поэтому враг будет разбит, победа будет за нами. Но мы как бы живем все под этим знаком этот год. И поэтому, наверное, еще одну такую песню военную мы споем с Натальей. Да, и как раз вот разговаривал мы перед эфиром, что очень поддерживает гармонь людей на фронте. Когда мы приезжали, нас, конечно, близко не допустили там до Бахмута. Мы 30 километров были от Бахмута с одним концертом. А вот мне один рассказывал, как бы штурмовик, казак там, говорит, у нас один гармонист такой был у нас, отчаянный парень. У него, говорит, 7 осколочных, одно пулевое ранение. Но играл так, говорит, что перед атакой какой-нибудь... Какие песни пели? Казачьи пели песни очень много. Казачьи они, потому что... казаки, они всегда воюют. Поэтому у них такие песни. Вот. И сказал, что очень поддерживала гармонь. Была такая тоже любительская гармонь. И мы ее берегли, как зеницу ока.
Также, конечно, и гармониста берегли, но он был отчаянный парень, поэтому как бы не скрывался, там воевал наравне со всеми, поэтому 7 осколочных, одно пулевое ранение. Когда куда-то отходили, мы, говорят, это там в лагере на отдых, там он уже нам такие концерты прям делал. А перед боем там одну песню, две боевых поет. И мы уже были заряжены. Дух поднимал очень сильно гармонию. Поэтому, когда кто-то говорит, что сейчас вроде бы не время, но смотря какие песни петь и что петь, все мы знаем это выражение, что после боя сердце просит музыки вдвойне. Мы поэтому, наверное, споем «Прощальный танго». Песен казачьих. Вот сегодня как раз с Натальей мы репетируем родную песню. Первый раз ее будем исполнять, поэтому просим строго... Не обессудьте. Да, не относиться. Песня нам понравилась. Олег с Геной вообще слышали эту песню? Или... Да, Гена вообще слышал. Гена давно услышал. Гена сказал, он уже ее слышал лет сколько назад? 25, сказал. Я ее проиграл. Это какую? Про какую? Саду преодоления. Преодоление. Я с бабушками пели ее. Я аккомпанировал на баяне. Он еще, когда маленький был, еще бабушка у него была живая. Наверное, да? Бабушки коллективу. А, коллектив бабушки. Ну, да. Я их называю бабушки. Девчонки мои. Девчонки.
давай вспомни свою молодость тогда. Казачи раньше пели длинными зимними вечерами. Как раз сейчас вот такие зимние снежные вечера. Я думаю, сейчас актуально будет петь песню «За окошком свету мало, снег с утра валит». Я вот эту песню раньше никогда не слышал. Ну, видно, молодой был там. Вот, услышал в вашем исполнении первый раз. Очень полюбил ее, нашел там сразу там Валентина Толкунова ее пела.
Вот, тоже выучил. Полюбила Алексея или Виталия? Песню. Песню. Ну, конкретизируйте, пожалуйста. Песню. Тоже выучился и эту песню. Играю. Играю. Ну, у вас уже концерт, Валерий Николаевич. Да. Да, песня действительно такая, она народная, такая, хорошо зритель воспринимает, потому что многие ее, как бы, прошла эта песня под знаком у кого-то детства, кто-то ее вспоминает, потому что пели часто эту песню. И мама здесь как раз. И мама здесь, да. Такая. В свое время. Да, и слова такие, да, какие-то слова простые, там, вот такие, да. За окошком свету мало, снег валит, валит. А мне мама, а мне мама. Да, оцени. Все было просто гениально. Yeah.
Да, вот снега настолько много, я звонил вчера Наташе, она говорит, даже в Москве собралась куда-то ехать на автобусе, доехали, гаишники остановили. Да, говорит, и назад вернули. И повернули назад, потому что все замело. Все в Москве. Замело. Что там говорить про глубинку? Ничего. Там обратили покупать эти транспорты. А вот там из головобувки говорят, что у них все чисто там. Да, все чисто. У них там... Так же видим все головобувки. Это на самом деле чисто. Вот здесь провал, пили. Там хватает одного чистенки, так сказать, машины. И деньги. Мама такое святое слово, поэтому будет не лишним спеть еще одну песню про маму. Надеюсь, что завтра на концерте будет опять мама Галя. Не пропускает она ни одного концерта, мы знаем. Она молодец, она двигатель торговли билетов и всего, и распространитель, и поддержки гармонистов, да, все поддерживает на свете. Нас. И кормежка, и... Да, прошлый концерт, когда я вышел, он говорит, как это ты бы ушел без кукушки, если я люблю эту песню? Все правильно было. С тебя кукуха. Хотя мы, да, ее часто поем. Ну и раз уж про маму спели, еще одну песню про маму будет, я думаю, не лишним. Потому что сколько хороших слов мы не говорили бы в адрес наших мам, все равно этих слов будет мало. С Алексеем, это наша была первая песня. 5 лет назад будет 2 февраля.
февраля будет 5 лет, как мы поем. И первая наша была песня «Голубка моя». В 84-м году начала работать 2 февраля. Через эту песню, да. Это уже надо будет отметить. Клуб «Раушка» будет в следующем году у нас. 10 лет. 10 лет. Но это не в феврале. Нет. В феврале раньше, чем март. Да. Десять лет уже, как одно. Март или апрель? А нашему хору будет 40 лет. Ну да. В феврале. Мы до вас еще пока не доросли, но все равно за 10 лет, мне кажется, вот столько вот сделано всем нашим коллективам, сколько там вот людей было. И даже ну, приезжает, тут Олег приехал, я все равно говорю, что он тоже член «Раушки». Я считаю, что ну, люди, которые здесь появляются, они не чужие люди. И концертов столько проведено, и передач записано, и клипов, и, ну, я не знаю, там просмотров, наверное, в совокупе там на 200-300 миллионов точно есть. Подписчиков 200 тысяч мы перевалили недавно совсем. Если собрать всех этих людей в одно место, это будет такой... Город, не то что город, там маленькая страна будет, да. Поэтому, слава Богу, что есть гармонист еще у нас, который приезжает, вот откликаются, приезжают на концерты. Нам честь, что Алексей Медведев, ты не отказываешь, приезжаешь. Ну, Геннадий, хорошо, что вы не уезжаете. Да. Один не проезжает, другой не уезжает. Да, всех встречает и всех провожает. Без него уже трудно представить. Да, трудно представить Алексея Медведева Малахова. Да. Меня спрашивают, а где Алексей, куда дед ушел? Ушел куда? Или да он не приехал даже? Ну, я думаю, мы еще покажемся благодаря вот нашему оператору Михаилу Кузнецову, который очень близко знаком с Андреем Малаховым. Знаменитый наш Михаил Кузнецов. Он уже нам разрабатывает сценарии по... Может, этот сценарий кто-нибудь примет, по проекту, рассмотрит, да? Андрея Малахова. Мы ему очень благодарны. Наливает нам чай всем. Да. Следующая песня, я думаю, про любовь надо спеть. Потому что это вечная тема, которая никогда не иссякнет. Эту песню мы тоже исполняли с Наташей. Было очень много просмотров. Мы ее записали как-то отдельно, эту песню. Два года назад, да, мы пели там одного товарища. Наверное, 80 тысяч, что ли, просмотров было. Больше. Просто такая красивая история с этой песней связана. То, что был у одного мужчины, умерла жена. И он был в отчаянии, в таком, на грани срыва такого нервного. И взял в руки гармонь. Написал песню, которую посвятил своей жене. И вот эта гармония, песня вывела его из этого состояния. Благодаря ей он остался и жив. Я не знаю, понял про кого. Да. Поэтому поем песню про любовь. Thank you.
Спасибо большое. Песня про гармошку и про любовь. Наша передача потихоньку подошла к завершению. Я хотел бы напомнить, что у нас Геннадий Аксенов, Наталья Зенькина, Алексей Медведев и Олег Парусов. И наш руководитель, генеральный директор международного правительства. Гениальный или генеральный? Гениальный, в первую очередь. Это не оговорочка. Гениальный человек, генеральный директор. А видеооператор Михаил Кузнецов, вы все его тоже хорошо знаете. Вот. Характер его тоже плохой, знаете. Да, который ведет себя, ну, на исправление, пока мы присматриваемся, как его исправить, да. Так скажем, ну, в лучшую сторону руки пошел. Да, далеко, ну, все будет песни. Нормально, он умница, вообще такой подарок парень. Мы не будем жить на ней, течет и катится. Хотите другую? Мы хотели еще одну новую песню спеть. Вот Наталья, когда ты ее пела. В детстве пела ее, в детстве. Да. Когда мне... Ты что? Да. Да, представляешь, сегодня вспомнил. Да сегодня просто случайно ее вспомнили. Зажглась и издалекая. Ну, да. Издалекая она зашла. Зажглась. Зажглась. Это как раз вот песня для женщин. Мы знаем, что очень много женщин смотрят передачу. Одинокая же там, да? Да. Чуть быстровато спели, да? Ну, ее немножко помедленнее. А здесь моя, мы будем... Ваша моя? Нет. Его... Хорошо, и катится только в Алексею. У нас она течет, а у него катится. Да. Бывает разные варианты.
Олег недавно начал ее подыгрывать мне, тоже встречаемся, знакомимся на фестивале. Ну ты уже по России. Да, ты уже давно подыгрываешь этот. Ну бандиг, но я подыгрываю. Ну личных этих компаниаторов. Я помню, как вот ты первый раз привез на концерт Геннадия Аксенова. Да. Я такое незабываемое. Пожалел об этом, Валерий Николаевич. Ты еще должен остаться. Я все хотел сказать. За 10 лет он пропустил один единственный концерт. По уважительной, надеемся, причине. Без уважительной. Да. Новый год, у всех с Новым годом какие-то новые надежды, новые... планы. Борис Кинух отъездил. Прошлый год вот мне запомнился тоже встречами на СВО. С такими вот настоящими людьми, когда встречаешься, они тебя как-то прям дают радость такую жизни. Вот как с этим казаком, которым мы встречались. Он вот такой отчаянный тоже рассказывал, как однажды их окружили. И у наших... БК кончился, говорит, у минометчиков нечем поддержать нас. Нас стали штурмовать. Штурмовали, говорит, несколько раз мы все атаки отбили. Решили нас артой задавить. 4,5 часа был обстрел, а потом запахло серой. Он сказал, командир сказал, они хотят нас просто сжечь здесь. Он говорит, надо уходить тогда. А уходить как, говорит, дорога простреливается полностью, как в тире, а сзади минное поле. И вот у нас был такой дядя Гриша, говорит, там старый казак, ну, казачество, кубанский казак такой, дух, видимо, сохранился у него. Вот, и он говорит, дядя Гриша, самый молитвенник у нас такой. Я говорю, вообще, как у вас там... с духовной жизнью, с молитвой, он говорит, без молитвы вообще никак. Показывал комнату, где они молятся перед боем, прям видеоролик. И дядя Гриша нас ночью поднял всех и сказал, все за мной по одному, выстраивайтесь. И кто какие молитвы знает, все читайте молитвы. Хоть простые там, какие знаете, а я пойду первый. И он пошел первый, сам все молитвы знал, говорит, на минное поле, ночью, без всякого освещения, без всего. И мы прошли все минное поле. Вот я это вот вам рассказываю, как бы с первых рук. Вот то, что он мне рассказывал, я вам рассказываю. Это как бы ничего не через кого-то передано. И этот дядя Гриша говорит, настолько он уже забыли какую-то важную вещь, там мы, говорит, на позиции. И он пошел назад. Опять, говорит, с молитвой. Опять прошел минное поле. Взял эту вещь и вернулся назад. И все по минному полю. Представляете, какая вот сила веры должна быть у человека. И как нужна вот в военное время эта молитва. Потому что в мирное время мы как-то все расслаблены и все. А там вот буквально не помолился, и тебя может не быть вообще. Вот. Но понравилась ему песня, которую я исполнял. Он заснял ее и прям послал ребятам на передовую, сказал, вот сейчас прям посылаю ребятам твою песню, говорит, и тебя передаю там привет всем. Это было очень как, приятно, то, что людям нужны такие песни, что они их поддерживают. Вот. И каждый, если он из нас будет поддерживать, чем быстрее, тем быстрее кончится вся эта военная операция. Ну а песня «Жизнь моя» немножко в новом таком, с новыми оттенками. Вот, хотим исполнить вам в заключение небольшой передачи. Бывает все.